Самый пожилой избиратель Шымкента принимает участие в голосовании. Роза Шимирова родилась в 1920 году. Сейчас женщине 102 года. Говорит, голосовала на всех 7 президентских выборах. И в этот раз пришла отдать свой голос. На избирательном участке ее сопровождают родственники. Роза Апай могла бы проголосовать на дому, но решила проявить гражданскую ответственность. Пришла на избирательный участок лично. Тем более, что для своих лет женщина очень активная. У нее 5 детей, 25 внуков и 35 правнуков. Говорит, для нее отдать свой голос значит выбрать лучшее будущее для страны, а значит родных и близких. Мы такое поколение, которое не стареет. Мы много трудились, возможно, поэтому так долго прожили. Я считаю, что долг каждого отдать свой голос на выборы. Надеюсь, будущий президент поможет простым людям снизить цены на жилье и продукты. Всего в Шымкенте проживают 4 пенсионеров, которые перешагнули столетний рубеж. Все они могут прийти и отдать свой голос на избирательных участках. А к тем, кто по состоянию здоровья не может этого сделать, специалисты избирательной комиссии придут с ящиком для голосования на дом. До 12 часов дня в территориальной избирательной комиссии продолжат принимать заявки.